Всем привет! Пришло время сбора урожая. Значит, мой перчик, красавчик, даже боюсь его есть, начал лопаться. Наверное, это он перезрел, я так думаю, но точно не знаю. Мой перчик, значит, сейчас я его срежу аккуратно. К сожалению, я работаю одной рукой, поэтому он упадет. Ой-ой-ой. Так. Вот он. Красавец. Я так рада. Так. Перчик мы кладем сюда. Так, теперь мои помидоры. Мои бедные несчастные помидоры. Так, вот он, мой красавец. Помидор. Крутой. Помидор. Мой черри. Ой, сам подтянул, и все очень легко. Вот он. Красавец. Кладем сюда. И еще хотела убирать вот это все засохшее, так как это решетка от мини-парника для балкона. И начала тянуть. И вот отсюда вылез вот такой огурчик. Он уже бедный, весь желтый. Он подумал, что он, наверное, дыня. И по размеру он маленький, но по форме как дыня. Очень было приятно. Так что вот мой урожай 2016 года, месяц август. Спасибо и за это. Всем пока, до скорых встреч.